сегодняшнем обзоре часы каретные, хронометр. Это означает, что в этих часах два механизма. Один, который показывает время, второй, который считает время. Ну, видимо, от начала поездки, так и часы каретные. Здесь сверху находится баланс, работает в любом положении, соответственно. Как выглядит работа механизма? Значит, есть завод хода. Заведен полностью. Завод боя. Перемещение стрелки. Кстати, есть номер 63 на дверке, 63 на